Начинаем расплетать мои супер косички и будем переплетать. Вот я проходила, девочки, 2 недели. Вот можно посмотреть, как они отросли. Сейчас будем переплетать. Посмотрим, что будет. Ну, за 2 недели нормально они отросли, я вам скажу честно. Все крутяк. Вот последняя косичка мы расплетаем. Вот она, видите? Ей почти 2,5 недели, даже чуть больше. Вот мы тут уже все сняли. Вот такая кудряшка после кос. Сейчас мне девочки снимут, я помою голову и будем заплетать заново. Вот мои волосики. Напоминаю, что до косичек у меня были нарощенные волосы, которые я носила целый год, не давая отдохнуть своим. Результат. Вот мы заплели 2 толстые косички, вот они где идут. И 2 потоньше косички, вот они где. Для того, чтобы я поносила больше, я улетаю в отпуск и хочу проходить больше 10 дней. Поэтому мы заплели 4 косы. Если бы я ходила меньше, можно было 2 заплести, чтобы здесь ничего не распутывалось, не запуталось. Ну, вот, вот, пожалуйста, мои косички. Вот мой результат. Вот такая у меня красота.